Как ты думаешь, Вертелкин, наука — это ужасно или интересно? Конечно, интересно, Крутилкин! Именно поэтому наши «Ну и ну» новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным ребята и слушают. А если кто-то еще не слушал, Вертелкин? А вот это, Крутилкин, ужасно! И что делать? Набрать в поиске «Ну и ну». Ну и слушать. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно». А знаете ли вы, что... Больше всего заботы и внимания нужно, конечно, детям. Ученые выяснили, что прикосновения мамы снимают боль у детей. Конечно, мамы и так берут детей на руки, когда малышу плохо, и он упал или заплакал. И делают это, не задумываясь, чтобы успокоить ребенка. Теперь научно доказано, что так делать надо. Имеют ли руки папы, бабушки или дедушки такой же обезболивающий эффект, ученые не выяснили. Но, как показывает практика, они тоже отлично справляются. А знаете ли вы, что... Стеклянная банка – лучшее средство воспитания. Многодетная мама из Сингапура Леза Кленк поделилась своим методом воспитания детей. Она использует обыкновенную банку. В нее за любую провинность дети кладут свои карманные деньги. За шум с утра – 1 сингапурский доллар. Это на наши деньги примерно 58 рублей. Столько же, если не сделал домашку до прогулки. Каждая брошенная на пол игрушка обходится в 6 рублей. Собранные деньги в конце месяца тратятся на семейные развлечения. Нашим родителям такой метод давно известен. Называется метод кнута и пряника. Ужасно интересно. Все то, что неизвестно. А знаете ли вы, что... Игра на пианино или скрипке отлично тренирует память. Это выяснили ученые из Чили. Это такая страна в Южной Америке. Исследователи провели эксперимент с учащимися музыкальных и обычных школ. Им показывали разные картинки и включали короткие мелодии, а затем просили вспомнить, что дети видели и слышали. Школьники, которые занимались музыкой, очень хорошо справились с задачей, а вот их сверстники без музыкального образования тест провалили. Так что слушать классическую музыку не только приятно, но и полезно. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа... Ужасно интересно все то, что неизвестно.